Здравствуйте всем! Вы на канале «Как, что, где, когда» и с вами я, Лидия Шилова. Решила снять такое коротенькое видео, показать вам. Вчера купила помидоры. Органик, биологические, да? То есть помидоры, которые стоят немножечко, не немножечко, намного дороже в суперсторе, чем обыкновенные помидоры. Рома, томейтос, все вы видите, да? Сегодня я, когда приношу продукты, я их мою в щелочной воде. Вот такая вот щелочная вода у меня есть. Видите, Stronach City Quote. Это Kangen Levelook, как я его рекламировала, Kangen вода. И все продукты питания, которые овощи, фрукты я приношу из дома, я их мою. Но все равно я стараюсь покупать органик. Теперь посмотрите. Органик предполагает, что нету никаких пестицидов и всего остального химического в этих помидорах. Их не обрабатывают никакими другими химическими средствами, потому что они органик, правильно? Теперь посмотрите, какая вода. Когда я помыла в этой щелочной воде с этих помидоров. Точно такая же вода, если вы купите обыкновенные помидоры, не органик, которые подешевле тоже будут. Вот гляньте, вот вам органик помидоры. Посмотрите на эту воду, какие они органик. Что это такое? Это вода щелочная, которая размывает жир и смывает все пестициды и всю химию, которую попадают на эти помидоры. Значит, это говорит, что вот эти органик помидоры все абсолютно были обработаны химическим составом. Пожалуйста. Красота какая, да? Спрашиваю, кто-нибудь из вас будет пить эту воду? Я сомневаюсь, потому что если эти помидоры вы моете в обыкновенной воде, то она попадает в них еще хлорка вовнутрь, снабжает их хлоркой, и вот эту гадость всю она не смывает, потому что эта вода как скользкая, как с мылом, она очень щелочная вода, и, соответственно, она растворяет все жиры и так далее. Если вам интересно, посмотрите более подробно о щелочной воде, в Kangen воде и так далее на YouTube. И сделайте выводы, чем нас кормят и за что берут деньги. Всего вам хорошего. Если понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. До новых встреч.